у Путина вот именно черного цвета и именно девочка, вот так же, как у нас Вита. Характер нордический, в работе бесстрашно, чистая родословная, откликается на кличку Вита. К работе спасателя имеет все наклонности. Собака не должна быть трусливой. Если собака что-то поджимает хвост, собака непригодна к работе там, спасательной, разыскной и для задержания человека. Собака непригодна будет. Инициативно гоняясь за мячиком, Вита готовится к аттестации. Ее профессионализм должен получить оценку кинологической службы. В сентябре в Казани лабрадор покажет все способности. А сейчас у собаки перерыв. Она только что стала мамой, но службу помнит. Сколько тебе лет? Флегматичный, но всегда на чеку. Овчарка Берг тоже спасатель. За 10-летнюю карьеру косточки в миске заслужил. Молодые лайки, приезжие из Крайнего Севера, пока только начинают работать. Дрессировки поддаются, ведь здесь целая система работы с животными. Там несколько направлений есть у спасательной собаки. То есть она как ищет под завалами людей, допустим, ищет как бы, ну, под лавинами, под завалами, то есть под техногенными, допустим, какими-то, скажем так, разрушениями. Вот, то есть вот есть несколько направлений собак. То есть если собака ищет людей под лавинами, она не используется, допустим, в качестве, допустим, поисковой собаки под завалами техногенными, допустим. В самый зной Вита с соседями по вольеру прячется в тени, много пьет, а в рацион добавляет зеленую траву. Витамины лабрадору еще понадобятся. Соревнования в Казани соберут лучших четвероногих спасателей и обязательно добавят еще одну звезду на невидимых погонах Виты. Наталья Тюрина, Андрей Просверкин, Вести, Мордовия.